В неловкую ситуацию попал американский государственный департамент. Дипломатам пришлось комментировать слова отставного генерала армии США о войне на востоке Украины. Что сказал бывший военный и почему Госдеп против? Подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона. Телеканал Fox News в последнее время довольно часто попадает в самый центр скандала. То ляпнут в эфире что-то уж совсем российское в отношении протестующих Фергюсона, то Обаму ругают, ну, практически в стиле российской пропаганды. Fox News – традиционно любимая СМИ республиканцев. Это их рупор. Но на сей раз слова приглашенного эксперта коснулись ситуации в Украине. Необычный способ решения конфликта предложил в эфире телеканала отставной генерал армии США Роберт Скейлс. Единственный вариант, при котором США могут достичь хоть какого-то эффекта в этом регионе – убивать русских. Столько русских, чтобы даже путинские СМИ не смогли промолчать о том, что их солдаты возвращаются обратно на родину в цинковых гробах. Ну, высказыванием этим моментально заинтересовался российский следственный комитет и возбудил против него уголовное дело. Конечно, вряд ли для Скейлса оно будет иметь какие-либо реальные последствия. А вот официальному представителю Госдепа США Джен Псаки на брифинге для прессы пришлось даже комментировать слова военного и говорить, что эта речь ни в коем случае никак не согласуется с позицией официального Белого дома и Вашингтона. Мол, Скейлс отставник и выражает исключительно свои мысли. Вообще, в последнее время Америка, похоже, отложил на неопределенное время все разговоры о предоставлении Украине летального оружия. В таком случае воинственные, довольно агрессивные призывы отставного генерала действительно далеки от официальной риторики Вашингтона. Дмитрий Еловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер».